Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь Хэллоуин. Привет всем, господа хорошие, с вами как всегда Юра Чиента, и сегодня у нас лего-городская маскировка. Да, ребята, всем привет, что ж, лего-пряточки продолжаются, полицейский вот уже стоит, чтобы найти меня, я вот он как бы здесь, но я невидимка. Слышь, ты чё стреляешь, алё? Ты меня не видишь? Да, вот так, Влад, бойся ментов, бойся, я по земле стреляю, чтобы ты боялся. Короче, ты будешь есть вот так с поднятым капотом, чтобы меня нихера видно не было, всё. Да. Элементарно, Ватсон. Зачем стреляешь мне в голову? Короче, ребята, я решил сегодня поиграть с огнем. Я поставил машину вот сюда вот. Довольно-таки интересное место. Заметить будет очень сложно. Но, в принципе, если Антоха вдруг сегодня глазастый, то он нас как бы спалить может. Давайте посмотрим, что из этого получится. У нас машина, короче, цвета апельсина. Она оранжевая, желтая. Цвета апельсина. Ну, ребят, скажу по секрету вам. Очень долго он это устанавливал все. Я не знаю, куда он ее там засунул. Но, короче, куда-то он ее засунул. Так, он все-таки едет с поднятым капотом, красавчик. Да. Цвета апельсина. Вот отсюда я сразу виднеется одна из машин уже. Да? Да. Так, а какую машину ты спалил-то вообще? Ну, вот здесь где-то стоит. Ну, о, ладно, ладно, хорошо. Я уж, короче, стал волноваться, что мы как бы спалились. Но вроде нет, вроде хорошо. Да? С огнем играю, с огнем, да, я парень, короче, сегодня довольно-таки этот, резкий. Короче, полицейский теперь армейский, взрывает нахер машины просто. Да. Эй, тихо, 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 уважаемая. Под поезд давай, под поезд гони. Ну ладно, остановил, остановил, красавчик. Да, своей жизнью просто. Да-да-да. Так, минус одна машина, хорошо, довольно-таки быстро, кстати, он ее нашел, но, видимо, кстати, я... Неправильно ее поставил, раз ты ее спалил. Да, ее отсюда видно, он. Глазастый какой. Самое интересное, что вот эту тачку он не заметил. Хотя, в принципе, он должен был ее видеть именно там уже, находясь. Это интересно. Так, ладно. Ты что затих? Ты что-то меня сейчас это... В заблуждение водишь? Я сейчас смотри. Я сейчас вернусь же вот так вот. А, ты решил, короче, этот, на мои слова купиться? Зря ты на водочке говоришь. Решил купиться на мои слова. Ну ладно, давай посмотрим, что из этого получится. Нельзя, нельзя доверять преступнику никогда. Не, ну тут больше пока ничего не видно. Не, ну видно ее. Да не видно ее. Ну, не совсем отсюда, но видно вот эту вот, я имею в виду, ребятки. Вот она стоит, в принципе, там... Ну, не там, где ты стоишь, чуть-чуть левее, если взять, то ее видно. Поехал искать. Вот так просто. Верчу-кручу, ментов, короче, обмануть хочу. А, вон там, я понял. Просто вы видели, как на изичах я плазался? Того-то места не видно, а я-то это увидел именно с дороги, а не сюда видел. Ну, короче, преступник слишком, короче, балабол, он отмазался от мента. В смысле балабол? Подсунул ему утку, и утка сработала. Ну, да, балабол конкретно. Просто уточка сработала, ребята. Кстати, тут еще одна машина. Машины довольно-таки на видных местах, кстати, стоят. Что делаешь? Зачем в забор стреляешь? В забор, я в тачку стреляю. Ты у меня в забор первую ракету пульнул. Так, минус тачка. Подбили. Жалко, между прочим. Очень жалко. Жалко птичку. Апельсиновый цвет, да, короче, нам? Да, да. Ну, он такой, знаешь, он... Ну, апельсиновый уж. Только такой, знаешь, неспелый апельсин. Больше желтый такой какой-то. Горчичный, короче, во. Я понял. Так, где ты есть? Вот он есть. Ты не заметил тачку, серьезно? Кто тебе сказал об этом? Не знаю. Ты серьезно не заметил или что? Да, кого не заметил, ёпси? Я, конечно, не видел, откуда ты едешь, но не заметил вот эту тачку, ну я не знаю. Какую, так. На крыше, которая стоит, что ли? Да. В смысле, что бы я ее не заметил? Ну не знаю, что ты ее не уничтожил. Ты что, совсем убил? А что за херня? Я стреляю по машине, а мне как будто преграда какая-то. Ты тут контейнеры стоят как бы. Так-то контейнер у меня сбоку вообще. Что это за дичь вообще? Ты у меня прям в контейнер в упор стреляешь. У меня контейнер вообще стоит с правой стороны. Вот машина передо мной прям. Что это за хер помойный? Это я стреляю просто похер вообще. Почему? Ну, я примерно сделал, чтобы засунуть туда. А-а-а. Вот.
Короче, понял. Ладно, ну это было угарно. Как будто шоу, знаешь, так веб-камера какая-то. Так, хорошо. Веб-камера тебе. Полицейский, как он просто задом, блин, развернулся, как угладал немножко. Это да. Так, давай вторую наводку. Короче, машина находится на въезде из города. Там, где ты ее тщательно пытался высмотреть. Я тебе, короче, утку-то все-таки скормил. Утка вкусная была, я понял. Ну, тебе придется, короче, довольно-таки хорошо осмотреть участок, потому что машину я спрятал прям вообще имбово. Она маленькая. Так, это минус, это вторая, да? Да. Сейчас мы по ней... Господи, ты будешь попадать-то сегодня, а? Сучка. У полицейского херовый день. О, попал, красавчик. Вот нормально. Минус машина просто. Кстати, в ней было по два колеса внутри. Вообще нормально. Почему бы и нет, собственно. В смысле, по два колеса? Ну, ты стрельнул, короче, передние колеса как бы отлетели, но там еще передние есть. Да ладно. Да, все продумано, короче, все гениальное просто. Короче, на самом деле, это имбовое место, потому что если ставить сюда маленькую машинку, ее довольно-таки тяжело увидеть. Вот серьезно говорю. Короче, я... Не, ну, если она на этой крыше вот стоит, то я ее не увижу, просто у меня тачка очень низкая. Ну... То есть, если я буду отдалять, то тогда да. Заедь на этот, на здание повыше. На этот. Заедь. Ну, тут же у нас парковочка есть трехэтажная. Слушай, а как тебе кататься-то вообще с поднятым капотом? Нормально. Вообще хорошо? Да я вообще чувствую машину хорошо. А, да, я вижу. Минус просто оставил запчасти. Та-та-та-тан. Та-ра-та-там. Та-ра-та-тан. Та-ра-та-там. Ёпа-мать. Не, ну, конечно, на такой машине ее хер бы я увидел когда. Ну, я говорю, от камеры это, зависит это очень нереально много. Вообще просто. А так я примерно присматривал, у нее... Эй, зачем убил? Господи, я аж прокашлялся, зачем меня убил? Нет, ну, если камеру отдалить сильно прям, что весь город будет видно, тогда ты ее увидишь. Не, ну, от машины зависит. Если вот отсюда сдалека вот ехать, ну, у меня, по крайней мере, видно пиксель чуть-чуть. На какой ты машине едешь? Да на любой, даже на твоей, наверное, будет. Да ни хера, ты на ней не увидишь ее. Эй. Я в здании. Господи, ты видишь меня? Смотри. Я Копперфилд. Я застрял в текстурке. Где? Возле машины своей. У тебя это отображается, нет? Да. Голова просто торчит. Я ходить не могу, самый тупой. О, вылез. Да ладно, как я это сделал? Жестко. Блин, не повторяйте, очень опасно. Нет, тачку вообще ниоткуда не увидишь. Ну, я еще специально сделал цвет другой. То есть под крышу, чтобы было еще тяжелее. Короче, ребята, вот такая была у нас, в принципе, позишн. Довольно-таки неплохо, интересно. Давайте посмотрим, куда спрячет машину Энтони. Ну, а мы попробуем ее найти. Нихера ты, как в Голливуде, но этот не долетел. Да, маленечко. Давай, погнали. Погнали. Ну что, полицейский Юрич? А мы, короче, работаем с Вати, так что берегите почки. Если мы вас найдем, то сделаем, короче, отбивнушку. Ну вот насчет найдем я не уверен, потому что тачка спрятана просто, просто шикардос вообще. Серьезно? Да, вот я не знаю, сможешь ли ты вообще ее найти, либо это будет первая серия, где полицейский не справился с заданием. Все возможно. Так, короче, я разгоняюсь, я еду. Ну что-то еду довольно-таки медленно я. Меня это не радует. Ну да, что-то ты какой-то чересчур медленный, я бы сказал. Что-то я не заметил, что там понаставил машин, которые прям жужжат FPS, так что придется машину, походу, сразу в утиль. Да. Давай, давай. Слева вижу первую тачку. Я это, кстати, какую? Да вон, не знаю, на крыше. Она прям стоит кому-то поверх, что ли. Чую утка. На крыше. Так. Нет, нет, нихера. Вот это вот прям хорошо видно. Чую, что это уточкой запахло. Ну она здоровая, охренеть, просто сарай. Да, да, да. Есть такая. Господи, она еще сломанная вся. Что здесь произошло? Ничего, мент-паркурщик, вы видели, друзья? А че бы нет? Че бы нет? Так, опа! Ой, я хотел сразу... Ребят, кстати, я вам сейчас покажу, где вообще спрятана машина. То есть машина спрятана вот здесь вот. Да-да-да, где вот он недалеко здесь ездит. Но, да ладно. В общем, машина зеленого цвета. Надеюсь, что он ее не заметит. А что здесь здание снесли, я не понял. Где? Вот здесь.
Где? Вот. Да не обращай внимания, мент, что ты. Нихера себе. Первый раз здание у тебя, что ли, в Лего Сити сносят? Ну, как бы, все вроде было хорошо, пока мы ездили в аэропорт. Да ладно. А тут нате, неожиданно. Он не заметил, друзья. Не заметил. Ну, бывает. Что, в дырке, что ли? Нет уже ничего. Не ведись, не ведись, это утка. Так, ну, реально ничего не вижу пока. Кроме да, как... друзья, будем надеяться, что это будет первая серия, где, в общем-то, он не найдет машины. Ну, может быть. Но вот это, по крайней мере, я нашел. Она тоже довольно-таки здоровая. Так, иди сюда. Иди сюда, машина, епси. Слушай, неплохая тачка так-то. Импреза. Так, пользуясь случаем, надо оглядеть крыши. Ну, что-то... Нихера не наглядается. Не наглядается, не наблюдается. Не наглядается, не наблюдается. Оба. Слушай, ну я постоянно прям прыгаю на этот свой. На крышу. Господи, я думаю, что шумит? Это, короче, когда включаешь здесь эти маячки, то становится... Ну, шум появляется. Такое себе неприятно. Ну ладно, не 50, а 130. Я понял. Так, хорошо. Еще напоминаю, одна... цвет нашей машины зеленый. Говорит, напоминаю, первый раз сказал. В смысле? Я уже третий раз тебе говорю. Так, а в поезде нет случайно? Нету. Блин, интересно, а куда тогда, если я так долго ищу? Ну, еще недолго, еще всего 10 минут. Странно. Долго будет, когда будешь полчаса искать. А что, если этого места не существует? Ты думаешь, нет места, да? Так, здание сломано, кто-то сюда пытался. Но ты еще, кстати, кучу машин не нашел. Ну да, 3 или 4 только. Ну. Так, окей. Окей, окей. Окей, хоккей. Окей, хоккей. Так, нету ни хера. На, смотри, что он делает, заборы ломает. Мы ж сват, нам насрат. Да-да-да. Мы ж сват, вам насрат, да? Да. Так, конты решил проверить, да, парень? Ну да. Ну что-то вообще голяк, где машины-то все, алё? Голяк, машины нет. Что, серьезно, ни одной тачки почти нету, я 3 машины нашел. Если вот учесть, что я 2 раза уже вокруг города проехал. Это, сноровочку потерял, да? Да-да-да, приболел глаза. Приболел, говорит. Вторая наводочка будет вообще, можно сказать, бля, прям сдам я свою тачку. Это брат конты. Там, где есть конты. Смотри, разворот делает. Полицейский, на. Ты скажи, ты вот этот контейнер подвинул, и ты еще с той стороны там как-то стоишь. Где? Вот тут вот. Да ну нафиг. Я ничего не подвигал, они ровно стоят. Ну, у меня нет, у меня контейнер отлетел. Так, понятно, если здесь нету, значит, где еще контейнеры есть? Там у нас контейнеры все пустые. Ну вот, одна здесь, вторая там на крыше была. Ну, что-то не ягуарчик, это копейка. Нет, не это, ягуарчик на другом месте. Господи, какая она убогая. Просто мама, не горюй. Нормально. Так, вторую нашел, хорошо. Где вторую нашел? А, вот здесь. В лесу. Ну, вот уже зеленая тачка. А что у вас тут много, товарищи? Там 3 пацана сидят внутри. Да-да-да. Но это не та машина. Кстати, она шустрее будет. Так, хорошо. Хорошо. И вот это где-то здесь, да, вот. Ягуарчик. Так, ну смотри, я нашел все, кроме тебя, значит. Но ты удаляй, удаляй тачки. Все, я сел в него. Я нашел все, кроме тебя. Ты говоришь... Да-да-да, мою тачку ты не нашел. Ты говоришь, контейнеры? Ну вот контейнеры есть, как бы. Где много контов? Так я же здесь был. Ну так внимательно посмотри. Внимательно. Вот. Ты серьезно? Да ладно. Я даже не смотрел туда, ты прикинь. Салам алейкум, ёпси. Вот правильно говорят, хочешь спрятаться, прячься, короче, на самом очевидном месте. Да, я реально не видел, я даже не смотрел сюда. Господи. Салам алейкум, ёпси. Вот реально слепой. Да. Вот это поворот, вот это неждан. А где ты сам?
А я специально посмотрел, короче, если ты сдалека едешь, то ее не видно, когда ты смотришь туда. А ее, кстати, реально не видно, то есть видно, когда ты ближе подъезжаешь. Да, когда ты в упор только подъезжаешь вот по этой дороге, тогда да. Охренеть. Сетка не просвечивает, короче, сдалека. Да-да-да, тень какая-то ложится. Короче, ребята, если играете в прятках, играйте на минималках, чтобы не было теней. Ну ладно, хорошее место, на самом деле я реально не ожидал, я реально не видел, так что план капкан удался. Да, вполне. Не то слово, ёпся. Да-да-да. Короче, ребята, вот такая сегодня была серия. Если вам понравились лего-пряточки, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, в принципе, увидимся с вами в следующей серии. Да, ребятки, всем пока-пока. Пока.